идут работы, что называется, от низшего к высшему. Вакцину испытывают сначала на лабораторных мышах, потом на хомячках, и вот дело дошло до таких приматов. Это яванская макака, ее еще называют лабораторная копия человека. А вот нашу обезьянку переводят в спецпомещение для изучения, как поведет она себя после инъекции вакцины. В условиях жесткого эпидемического контроля военные микробиологи проводят испытания вакцины против коронавируса. У нас вторым видом животных являются хомячки. И эти хомячки полностью воспроизводят, как у человека, вот это так называемое блестящее легкое, которое... Матовое стекло? Матовое стекло, да. И у хомячков вирусная пневмония проявляется точно так же, как у человека. Да, за рубежом не еще используют термин самоограничивающаяся инфекция. То есть она как бы ограничивает эту поверхность легкого, побеждая эти легкие. Именно здесь несколько лет назад создали вакцину против лихорадки Эбола и смертоносного вируса SARS. Скажите, пожалуйста, обезьяны, зачем они нужны? Для чего вы всегда заказали в Сочи? При разработке вакцинных препаратов всегда стараются использовать наиболее адекватную по отношению к человеку модель, вызывающую или показывающий инфекционный процесс, как у человека, либо патологический процесс органов и систем, в том числе и у человека. Сочи. Здесь находится Российский научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Около 7 тысяч обезьян обитает на закрытой охраняемой территории. Их тут 21 вид, включая подвиды. У обезьян своя иерархия и очень крепкие семьи. Поэтому для испытаний выбирают животных, которые, как правило, не прижились в стае. Сегодня, в условиях пандемии, основное направление исследований – это получение универсальной вакцины против коронавируса. И испытания на приматах здесь играют огромную роль. По сравнению даже с атипичной пневмонией, возбудитель легче репродуцируется в легких. Он сильно контагиозный, заразный. Мы называем его по-другому. Липуч и летуч. То есть он проявляется в человека. Не поэтому. У него есть не только аэрогенный способ инфицирования, но и фекально-оральный. И вот почему кто-то более тяжелой формы заболевает, а кто-то болеет более легкой формой. Аэрогенная форма от чего получается? От человека к человеку, когда передается. Когда общаются люди. Да. Бесценный опыт в борьбе с эпидемией был получен сотрудниками этого института во время командировок в Италию и Сербию, где бушевал коронавирус. Мы находимся в мобильной лаборатории, предназначенной для анализа проб на микроорганизмы первой-четвертой группы патогенности. Чистое помещение, где производится прием проб, сортировка и передача в заразное отделение. Значит, пробы поступают из чистого помещения через передаточный шлюз. Люди приходили сюда, поднимались в этот пункт, у них брали анализ, тестировали, и было ясно, болеет человек или нет. В чем еще особенность вот этой вот армейской тест-системы? Об этом мы говорим первый раз с экрана телевизора. Она сухая. Это значит, что ее можно использовать в разных условиях. И в джунглях Африки, и в Заполярье. Что нам сказали наши микробиологи? Что они проводили анализ в одной из стран. Из 300 проб 300 оказались точными. То есть это почти 100% тест, который имеется в нашей российской армии. Аркадий Мамонтов, Марина Сафронова, Игорь Белокопытов и Владимир Мерецков. Вести.